Меня зовут Адиль, я битмейкер. Я родом из города Шахтинск. Интерес появился в 8 классе. Тогда я жил в поселке. С того момента, когда брат, не зная, скачал программу, я набросил пару сэмплов. Меня затянуло. После этого я начал увлекаться музыкой. Пишу биты в программе FL Studio. Я представляю вам последние работы, написанные мною.